эти девушки, которые показали нам прекрасный бокс, вы слышали столько эмоций, даже неожиданно для всех, да? Ребята боксируют вроде эмоций поменьше, чем девушки. Значит, это матчевая встреча. Они у нас разновесы, и ввиду того, что нужно было проверить себя на этом ринге, мы их поставили в пару. В этом бою определяем победителя техническим нокаутом. Победу одержала Жабородская Ольга Жашков. Но обе девушки являются в своих весовых категориях чемпионами.